Как-то застал передачу в гостинице по телевизору британского путешественника. Он, помимо прочего, в разных местах ходит в садовые центры и смотрит, какие растения продают. Вот и я решил последовать примеру. Здесь вот какие-то тигровые шапки, банные листья, не знаю, что это такое. Люсия называется. Гавайская ти. Это подобие нашего рулонного газона. Такой не очень аккуратный. Кактусы. На любой вкус. И всякие микрокуленты. А вот про эти написано, что они живут только год. Каждый год высаживаются. А это пальма. Это уже ни с чем не спутаешь. Банан. Подумал, надо дома высадить банан, глядишь. Как уж чё. Ну, затрепанившись с незнакомыми растениями, уже до кучи. Хочу сказать, что это похоже на петрушку. Чепрец вижу. И другие орегано, полезные салатные штучки. Это похоже на укроп. Укропы есть! Вот что можно купить в садовом центре. Пойду искать хрен, будем делать спинавуху.